Сделали глубокий вдох, руки наверх, поднялись на носочках, потянулись и вниз. Еще раз вверх, на носочках, расслабленно дышим и чувствуем удовольствие от того, что мы сейчас уделяем внимание и время своему организму, своему крепкому здоровью. Сели на пол и делаем легкие скрутки для позвоночника. Смотрим назад легко и комфортно для себя. Потянулись, сложили руки и делаем наклон влево и вправо. А теперь вперед. Подтягиваемся. Это приятное ощущение, когда позвоночник расслабляется и чувствует себя хорошо. Подтягиваем наши ручки и снова делаем легкие скрутки. После этих простых, легких упражнений вы становитесь легким и счастливым. Во-первых, потому что уделяется внимание своему здоровью. Во-вторых, потому что позвоночник расслабляется. Руки, ноги расслабляются. Встали на колени и подтягиваемся наверх. Делаем глубокий вдох через нос и медленный выдох через нос. Закройте глаза и почувствуйте, услышьте ощущения вашего тела. Что чувствует ваше тело сейчас? Все внимание внутрь себя и прислушиваемся к нашим ощущениям. Продолжаем дышать. Вдох. Выдох. Вдох. Одну руку ставим на пол, а второй подтягиваемся. Делаем наклон в одну сторону, тянем пальчики и продолжаем дышать. Вдох, выдох. А теперь то же самое упражнение в другую сторону. Вдох, выдох. Поднимаем обе руки вверх и делаем наклон вперед. Подтягиваемся позвоночником, как бы пальчиками шагая вперед. Растягиваемся и продолжаем дышать. Вдох, выдох. Потянулись. И снова делаем наклон влево и вправо. Делаем в комфортной для себя форме, чтобы вам было удобно и хорошо, приятно от этих занятий. Занятия должны быть приятными и комфортными вашему телу. И с каждым разом у вас все будет получаться все лучше и лучше. Очень нежное и деликатное обращение с собой позволяет вашему телу вам доверять и двигаться в вашем темпе. Сделаем круговые движения плечами, назад и вперед. Плечам становится легче, все напряжение уходит. И продолжаем дышать. Пошевелили головой влево, вправо, очень деликатно, чтобы ваша шея чувствовала себя хорошо и комфортно. Сделали такие движения. И снова наклоняемся вперед и делаем прогибы, как кошечка. И продолжаем при этом дышать. Делаем вдох, выдох. И прогибаем спину.
крепкое здоровье навсегда утвердится в вашем организме после этих упражнений. Вы дарите себе силу сейчас, энергию и крепкое здоровье. Потянулись как бы пальчиками слегка. Так, очень хорошо. Садимся в позу лотоса и чувствуем эти приятные ощущения после занятий.